Всем привет, друзья, комрады, с вами снова я, Белокопатель. И прежде чем начать сегодняшний ролик, я бы хотел порекомендовать канал нашего начинающего комрада, комрада Мирона. Комрад у нас ездит на мотобайке. Сейчас продемонстрирует. Канал у него начинающий. И поэтому, сами понимаете, сейчас начинать ведение канала очень сложно, поэтому, друзья, прошу поддержать подпиской и своим вниманием. Комрад показывает коп, как он есть, что хорошо, без всяких подложных монет, найденных вкладов, супер каких-то заголовков. И всегда в конце видео подробно показывает и разбирает находки, которые ему удалось найти за этот день. Поэтому, друзья, прошу поддержать канал Мирона. Ссылка на него есть в описании. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к рейтингу. Составил я такой рейтинг металлоискателей. Уже приближается скоро лето 2020 года. Вышли новинки, такие как Garrett Ace Apex. Появилась на него официальная цена. Пока еще в продаже его нету, но ценник уже есть. И теперь мы можем официально посмотреть, в какую категорию он попадает и какие цены, как изменились, какие металлоискатели посмотрим. В этот раз я решил добавить рейтинг разбивкой его на ценовую категорию от 10 до 20 тысяч шагом в 10 тысяч. Да? И повторюсь, что это мой рейтинг металлоискателей. Я буду говорить о тех моделях, которые мне удалось попользоваться. О тех моделях, которые у меня есть, о которых я действительно знаю. Либо знаю от комрадов друзей моих, непосредственно которым я доверяю и чье мнение я уважаю. И давайте перейдем к рейтингу. Первая категория у нас получается от 10 до 20 тысяч. Также добавлю, что именно поэтому я не вношу сюда все модели. Некоторые модели добавляю чисто для понимания, да, какие есть альтернативы и почему не стоит их брать. Теперь давайте пойдем. Ценовая категория от 10 до 20 тысяч. Это, можно сказать, в принципе, для начинающих как раз подойдет. И вот всем начинающим кладоискателям я бы рекомендовал обратить внимание на квест X5. Собственно, пока по цене и качеству особо конкурентов-то и не наблюдается. А квест X5, я напоминаю, что это не водозащитные. Водозащитные полностью, которые можно погружать под воду, у меня отмечены в рейтинге голубым. Вот, а это именно влагозащитный. То есть блок у него с защитой от дождя. Компактный блок, легкий металлоискатель. Ценник всего 12 тысяч. Простое управление, но при этом есть и такие функции, как перегруз. Есть функция отстройки баланса грунта. Есть неплохая чувствительность и простота управления. Поэтому для начинающих именно копателей или тех, кто собирается искать железо, металл, так как есть функция перегруз, это вам очень поможет. Вы будете копать именно, старайтесь копать, можете отсеивать мелкие цели, будете копать именно крупные. А вот непосредственно я сам с ним искал, можете на канале посмотреть. И поэтому посмотрите, обратите на это внимание. Также данный металлоискатель скоро я дам другу с работы, и он поедет именно копать металл. Также я вам расскажу, что из этого получилось и как вот буквально новичок с ним справится. Что он там накопает, поэтому расскажу. Но для начинающих с официальной гарантией, то есть официальный прибор, это не самоделка, не какой-то там китайский металлоискатель. Это все-таки металлоискатель с именем Quest X5, обратите внимание. И хочу тут же показать, что, например, даже Garrett Ace 150 модель, уже древняя на данный момент, продается сейчас в магазинах по 14600. То есть это, ну, небывалый случай, как бы, да, на мой взгляд, вообще неоправданная цена. Далее есть модель Quest X10. Чуть побольше у нас здесь станов, чуть побольше настроек, но, возможно, для новичков это даже будет и в минус, нежели в плюс, потому что он, да, более чувствительный, но будет чуть больше ложных срабатываний. К этому надо привыкать. Поэтому, вот выбирая между двумя квестами, я бы советовал квест X5, потому что он более стабильный в работе. И это из того,
что из личного опыта, я с двумя моделями ходил, из личного опыта могу сказать, что Quest X5 мне показался более стабильным. Также здесь неплохая модель в этой категории от 10 до 20 тысяч. Это Minilab Vanquish 340. Цена 18 200, грубо говоря, сейчас. Это именно максимально. То есть этот прибор максимально стабильный. И его размер катушки, пусть и не самый большой, он позволяет ходить по лесу. Даже вот Пашка выкладывает находки, очень хорошо он цепкий. Также здесь есть технология мульти. То есть для полей, конечно, катушка немножечко маловато, но для поиска как монетник, если вы хотите начинать именно искать монеты и что-то такое старину, то я бы вам рекомендовал именно Minilab Vanquish, и у вас есть возможность, допустим, потратить ближе к 20 тысячам. Тогда обратите внимание именно на Minilab Vanquish 340, стабильный, мультичастотный и цепкий прибор. Цепкий и к мелочи, и к медным монетам. То есть такой универсальный. При том же, что на данный момент, опять же, Garrett Ace, тут у меня немножечко ошибка, я не исправил, 250. Это старая модель, еще с которой я начинал там почти 10 лет назад. Она тогда стоила 10 тысяч. На данный момент она продается по 19 700. То есть это дороже современного металлоискателя. То есть абсолютно не знаю, из чего такая исходит политика, но Гаррет продавать сейчас за 19 700 это преступление, я считаю. Идем дальше. Следующая ценовая категория у нас от 20 до 30 тысяч. Здесь также я бы хотел обратить внимание, в принципе, на Nocta Simplex. На данный момент это самый доступный, бюджетный, можно сказать, но по функционалу оптимальный как бы прибор для тех людей, кому нужно именно найти подводник. То есть это неплохой сухопутный прибор, но с полноценной функцией погружения под воду. То есть вы можете взять его на пляж, в речке походить, поискать, на море с собой взять. Поэтому на данный момент за 24 300 это оптимальный выбор, если вам нужен именно подводник. Да, он уступает многим металлоискателям на суше, но он в себе именно собрал все функции, то есть такой середнячок во всех аспектах. Но среди подводников по цене он самый доступный. Также хочу обратить внимание, что, например, там старый прибор Minilab Xterra 305 продается за 21 тысячу. Уже, к сожалению, они не конкуренты. 505 за 28 тысяч. То есть, вот выбирая из этого сегмента, даже Garrett 400 обновленный, который сейчас продается за 28 900, в данном сегменте, мне кажется, уже вот эти три модели очень устаревшие. Minilab Vanquish 440. Если вам не нужна функция подводности, да, если вы не собираетесь нигде нырять и ходите только по суше, то обратите внимание на него, потому что 440 модель — это Vanquish уже полноценный, практически топовая модель. Единственное, что у вас не будет функции, возможности подключать беспроводные наушники. Собственно, этим он отличается. Также размер катушки идеален для лесных поисков и для хождения по мусоркам. Набор функционала уже побольше, чем в 340. Да? То есть, в принципе, здесь ценовая политика оправдана. Вот, на мой взгляд, от 20 до 30 тысяч вам стоит обращать внимание на эти две модели. Если собираетесь ходить где-то по воде, то возьмите Nocta Simplex. Но опять же напомню, что вам надо сначала послушать, посмотреть ролики на моем канале и посмотреть, ознакомиться с озвучками этих приборов, потому что хрипящая озвучка Nocta Simplex не каждому зайдет. Да? Также по управлению скажу, что опять же управление и озвучка у Minilab Vanquish 440 будет более дружелюбной. То есть, если вы хотите взять металлоискатель для ребенка, то лучше обратить внимание на Minilab. Озвучка приятнее, управление проще, так как у Simplex тугие кнопки и озвучка более хрипящая. Ну, вообще, две модели эти интересны в этой ценовой категории. Дальше идем от 30 до 40 тысяч. Здесь у нас уже выбор более богатый. Здесь можно взять и Vanquish 540 буквально за 30 780. Также я выделяю
курсивом и мелким шрифтом те позиции, которые как бы, ну, просто существуют, но не стоит обращать на них внимание, потому что я не фанат наушников беспроводных и считаю просто тратой денег, да, вот эти вот модели, где идут в нагрузку вам наушники, поэтому я их вам не советую. То есть Nocta Simplex с наушниками за 32, тогда, когда можно взять без наушников за 24, то есть неоправданно потратить 6000. Я это не советую, не рекомендую. Также среди сухопутников неплохая модель из стареньких АК, АК-40 Pro, 34500 можно найти эту модель, и, пожалуй, что из АК-шек это сейчас оптимальный вариант. Видел я, как комрады работают именно с 40-сами. Отличные, удобные. Это не то, что у меня был сигнум с большой башкой. Это именно такой. При том, что АК и так ценится, славится своей глубиной и цепкостью. Вот, пожалуй, что из АК я вам порекомендую обратить внимание именно вот эту, на эту модель. И за эту цену ищите. А далее у нас вот новинка в этой категории. Также вы видите, что здесь, например, 705-я старая модель, Xterra легендарная, но, к сожалению, уже на данный момент устаревшая. Я бы уже не рекомендовал ее к покупке. Garrett Ace – это вот новинка. А комплектация у нее, две комплектации с наушниками, без наушников. Я, опять же, вам по старинке рекомендую комплектацию с наушниками, то есть без наушников. И будет это стоить 37 850, пока еще в продаже нету, но примерно вот в эту цену обещают нам новинку. Интересная новинка, тоже мультичастотный прибор с функцией возможностью ходить и на отдельных частотах. Ну, я про это снимал ролики, можете посмотреть на моем канале, что из себя представляет прибор. Но сделали интересно, сделали симпатично, надо только теперь проверить. Я не думаю, что там какие-то будут действительно огрехи найдутся, потому что Garrett давно уже на рынке и, в принципе, не нуждается в рекламе, да, тем более линейка Ace известна всем, и здесь они улучшили, обновили, то есть полноценно новый прибор под старым названием. Не думаю, что Garrett лоханется и выпустит какой-то именно с недостатками прибор. Думаю, он отточен. Единственное, что надо вот подержать в руках и посмотреть управление, подсветочку и все такое прочее мелочи. Также по озвучке они, думаю, всем нравятся. Ну, многим уже известна хорошая озвучка Гаррета. Эта линейка продолжается. Также здесь я выделил бы от 30 до 40 тысяч неплохой вариант взять мини-лап Vanquish 540 Pro, потому что комплектация наиболее полная, максимальная. Здесь как раз таки я не то чтобы за наушники ради, а именно за катушки. Вот на Garrett Ace новинку пока, к сожалению, одна катушка, и она не для полей. Я бы сказал, что совсем не подходит. Ее размер 11 на 6, он идеален для леса, да, она узенькая, длинненькая, узенькая. И отличный размер для хождения на деревне, то есть на мусорках. А вот для чистых полей как раз таки вариант мини-лап Vanquish 540 Pro комплектация будет как нельзя лучше, потому что там идут две катушки уже сразу. Напомню, что Garrett Ace и мини-лап Vanquish оба мультичастотных. У мини-лаба катушка идет V12, вот для полей она как раз таки более лучшее. Также идет здесь снайперка. То есть у вас, у Vanquish, есть широкая возможность. Да, вы можете для полей взять большую катушку, для мусорок использовать снайперку V8. Но Garrett не интересен. Я постараюсь его приобрести, чтобы вам показать на тестах и реально дать свою оценку, именно подержав его в руках, непредвзятую. Так скажем, чтобы вам честно рассказать. Golden Mask я сюда включил, потому что просто нашел его за цену 40 тысяч. Это их не топовая модель, но, к сожалению, ничего не могу сказать. Не держал ни один Golden Mask в руках. И не могу сказать, что за 40 тысяч хорошо это или плохо. Но думаю, что, в принципе, неплохой прибор. Но, повторюсь, у меня нет опыта ни у моих знакомых, ни у кого. Golden Mask я вживую не видел. Далее от 40 до 50 тысяч. Здесь также есть три интересные модели. Во-первых, опять же, выделил курсивом Garrett Ace Epix новинку уже с наушниками за 42 500. Но мне не нравятся наушники.
говорю, что их дают как бы в нагрузку, потому как я их не использую. Если вам нравится, обратите внимание на комплектацию с наушниками. Правда, это сильно удорожает, то есть не всегда это выгодно с моей стороны. Здесь я бы вам порекомендовал обратить внимание на XP RX. Опять же, комплект без наушников сейчас, он, к сожалению, стоит, цена выросла уже 43 400. Я его покупал, когда он был 30 тысяч. 30 тысяч это был идеальный прибор, за 43 это уже, конечно, дороговато. Но это гораздо лучше, чем нежели брать старый, например, Fisher F75 за 42. Либо там, опять же, ORX с наушниками за 50. И Garrett Atomax с наушниками за 47. Garrett Atomax это отличный тоже металлоискатель, полностью в себе содержащие функции как амфибии. То есть можете ходить и по суше, и погружать его под воду. И комплект без наушников обойдется вам сейчас в 45 с копейками. Но из этих, если из этих трех моделей XP ORX, Garrett ATMAX и Minilab Equinox 600, если вам нужен подводный металлоискатель, то я вам рекомендовал бы приобрести именно Minilab Equinox 600. У Андрюхи такое, вы видели на видео часто, что мы ходим. Я как бы сам не так часто с ним искал, но вижу, что прибор работает исправно и не подводит. Также на тестах, где у нас были Vanquish, Orc, и более старые модели Терки и Аськи, также был там Simplex. Конечно, топовый, топовый прибор оказался Minilab Equinox 600. И, собственно, ожидаемо. У него катушка идет 11 круглая. Это вам не то, что у новинки Garrett Ace 11 на 6. По-любому здесь можно заведомо сказать, что Equinox выиграет у Ace Apex чисто по физическим параметрам катушки. И вот по цене качества, опять же, я не советую брать Equinox 700, потому что он лишь добавляет две отдельные частоты 20 и 40 кГц, на которых особо, собственно, никто и не ходит. И также, ну, там идет в нагрузку наушники и блок, да, беспроводных. Также, опять же, вот комплектация Equinox 600 наилучшая за 46 тысяч. Если вам не нужен подводник и вы гонитесь за удобством, то тогда берите XP ORX. Опять же, по этой цене он содержит в себе все преимущества и удобства металлоискателя XP Deus предыдущего. Такой же цепкий, такой же компактный, такой же легкий, но стоит в два раза дешевле. Далее цена от 50 и выше. Я, в принципе, все могу выделить курсивом. Единственная модель, уж если вам как бы хочется что-то более дорогое купить. Просто почему я считаю, что до 50 тысяч вы можете приобрести себе металлоискатель, достойный по любой, по вашему кошельку. И тратить деньги свыше уже не имеет смысла. Здесь я добавил незнакомую мне модель Whites. К сожалению, с Whites'ами тоже не знаком. Но есть такая вот подводник Whites MX Sport за 51 тысячу. Неизвестные фишеры, вроде бы в свое время легендарные. Не знаю, правда, чем они отличаются. Вот Fisher F75 Plus от обычного F75 и F75 Special Black Edition, тоже не пойму, чем отличается. Также здесь AK Signum MFD, именно новый, за 60 тысяч, тоже слышал немного плохого, про несколько плохих отзывов, то, что они довольно-таки разные. Одна модель может работать хорошо, другая модель может получиться гораздо хуже. И вот XP Deus также, я уже здесь не стал поставить критерии от 50 до 60 и так далее, поставил просто бесконечность. Deus у нас за 80 тысяч тоже смысла нету, когда, на мой взгляд, вы берете просто орка и получаете весь тот же функционал за 43 тысячи. Minilab E-Track также легендарный, но сейчас уже устаревший и тяжелый прибор. И вот, пожалуй, что в этой ценовой категории, ну вот за 63 Equinox взять еще неплохой вариант. Хотя, опять же, повторюсь, что, пожалуй, выделю его курсивом. Все-таки разница существенна. 46 тысяч и 63 тысячи. При том, что по функционалу у вас будет практически одно и то же.
То есть в 800-м есть те функции, которыми зачастую никто и не пользуется. А режим мультичастотности, что у 800-го, что у 600-го, что даже у ванквишей, у всей линейки, он одинаковый. То есть везде один и тот же режим. Никаких дополнительных частот в 800-м нету. Можете посмотреть, это все уже разжевано давно в наших группах. Ну и также вывел за скобки две супер как бы топовые модели. Не то, что они топовые по каким-то супер настройкам, а именно по цене. Неплохие модели. Это Minilab CTX 3030 ZUZOшка за 130 тысяч сейчас продается. И White Spectra V3i. Тоже в свое время легендарный был прибор, но тяжелый в освоении. Мультичастотник за 128 500. А все равно обращаю внимание, что даже если вы приобретете вот данные приборы, хотя они и неплохие по своим характеристикам, но, к сожалению, это все равно не гарантия того, что вы будете искать что-то сразу только ценное, или у вас попрут какие-то идеальные находки дорогие, или вы перестанете копать пробки. Нет, к сожалению, даже цена в 130 тысяч, она не освободит вас от того, что вам придется копать ржавое железо, нет-нет, да, проволоку и пробки. Поэтому, собственно, я и не считаю, что на наше хобби стоит тратить где-то вот, ну, на данный момент более 50 тысяч, это уже не имеет смысла. За цену от 10 до 50 тысяч у вас есть богатый выбор разнообразных хороших приборов. Ну и в конце я хотел бы, наверное, сказать небольшой свой топ. Это, пожалуй, будет первое место XPO RX, потому что он легкий, удобный. И мне, как человек, передвигающемуся либо на велосипеде, либо своим ходом. И также я люблю именно легкий прибор. Это, пожалуй, все равно пока держит первое место. Далее, либо 600-й Equinox, либо что-то из Vanquish'ей. У меня на данный момент присутствует Vanquish 600-й. Я так и не обзавелся, и, наверное, теперь уже не имеет смысла, потому что у меня 540-й Vanquish. И на третье место я бы, наверное, поставил сейчас Garrett, потому что эта модель на данный момент мне именно интересна. То есть у меня первое место XPO RX, далее либо Vanquish 540, либо Equinox 600 Pro. А, повторюсь, если вы только покупаете, то, наверное, берите Equinox, на него нацельтесь. Вот, так что все-таки это полноценный подводник. И на третьем месте у меня Garrett Ace Apex. Просто хочется посмотреть, что там придумали. Давно не было новинок от Garrett'а. Хочется посмотреть действительно на своем личном опыте посмотреть эту новинку. Друзья, ну а на сегодня это все. Под моей фоткой, под моей камерой есть ссылки в описании. Заходите в нашу группу, в Instagram, пишите в комментариях свои вопросы. И напоминаю, поддерживаем комрада начинающего с канала Мирон. Ссылка на его канал есть в описании. Все, надеюсь, этот рейтинг вам был полезен и интересен. Смотрите, но напоминаю, это мой рейтинг, вы можете иметь свое мнение и написать о нем в комментариях. На сегодня это все, с вами был Белый Копатель, всем удачи, всем пока.